Ну что мы делаем? Завтракаем. У меня сегодня мюсли, которые я вчера купила с ежевикой. Сейчас еще молоко достану. И малиной. Вот эти мюсли. Они у нас, я уже говорила, что они продаются только в новой пятерочке. В старой вот такого вкуса именно нет. Есть только банан и шоколад и яблоко. Вот, а вот такие вот самые вкусные. Но мне, по крайней мере, понравились больше всего. Кофе с молоком и мюсли. Всем приятного аппетита. Осень. Вот опять тепло. Вот такая вот у нас осень. Вчера целый день лил дождь, а сегодня вышло солнышко. Супер, я сейчас еду за Антохой. В новой куртке. От как там ресервит. Ну, в общем, опять сейчас скажу вам неправильно. Скажете, что я говорю неправильно. Ну, в общем, неважно, откуда эта куртка. Поехали. Антоха сегодня был в теплой куртке, потому что утром был такой туман, да? Ты зажарился вообще, нет? Да, хорошенькая. Замученный, да? А что? Не знаю. Двойку получил. Да еще что, оценок-то нету, так пап. Пап, мама, либо завтра будут уже выдавать значки. Значки за заслуги перед отечеством? Нет. А ты что там делаешь-то, папа? Рыбу ловлю. Тебе же надо с ней разобраться, выгля, какая тут паутинка. Ну, цветы, то и соль добавляю. Не надо, надо он это. Не, ну, чтоб... Я-то горшки купила, сегодня надо их пересадить. Не, ну чтоб они не мучались уже. А, да? Yeah. Так, а что ты там? Рыба засолена. Что, теперь надо ее промыть? Да, сейчас вот это с соли вытяну. Вымочи, смотри, да? Тут же соль в ведре, чтобы не полило ничего. Так, мы уезжаем. Детей везем в школу и на танцы. Ай. Приехали с бау-центра. Так, что мы купили? Вот такую вот проволоку для подвязки растений. Она какая-то прорезиненная, да? Она типа что, не будет травмировать, Сержень? Или как она? Да, да, там проволока. Да, она проволока. Скручивается, да? Да. Прорезиненная проволока какая-то. Это я, чтобы пересадить денежное дерево, купила два вот таких вот упора. Не знаю, как они там называются правильно. О, купила еще две кружечки в бау-центре, глянь, какие, одну такую, одну еще какую-то, сержу не галоши, в принципе, зачем мы и ездили. Да, так, относи вот это вот. Так, что еще купила? Вот такие тюльпанчики. Да, это вам, надо ее сейчас только помыть хорошенечко, огонь. И вот такую кружку, главное, что маленькие. Еще одна проволока, вот эта вот штука, чтобы дверь закрепить под навесом. Так, вот такие тюльпаны и еще вот такой вот розовенькие. По три луковички. Еще, да, что-то? Да, еще вам, Афонь. А еще это клей. Так, по чеку смотрим. Что у нас здесь? Галоши за 389, а в Кастораме мы еще заезжали, там почти за 500 такие же точно. Орхидеи. А, это грунт еще. Два грунта купили, они под навесом. Решетки по 15 рублей. Ремешки. А, решетка еще за 15. Крючок за 214. Тюльпаны какие-то за 219. За 88 и клей за 70. Ну, 68-80. Кружки по 55 рублей. А какая-то за 34. Пакет 2 рубля. Все. Всех детей забрали. И теперь будем ужинать. Мы сейчас с Антохой будем читать, да? Я буду. Сейчас у нас уже кусок. Буква П. Дошли до буквы П. Я сразу слоги. Да, мы сначала слоги, да, потом потихоньку учимся читать. П. Какая это буква? Пе. Правильно. Пе? Да, это П и Е будет. Пе. Пе. Па. Угу.
Это буква не та, что ты говоришь. Это по, первая, вторая. Е. Это не е. Посмотри вверху. И. Это и, да. Пи. Угу. Пы. Пу. А вот так. Пу. Пу. Что вот такие? Печенки. Хорошо. Пу. 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 По. Вот это что внизу, это по. По. Да. Давай теперь. Это легко слово. А вот написано, смотри, что какой он. Да, это потом. Ну, давай слова теперь, да? П-е. П-е. Это не и. Е. Это ой, и. П-и. Пи. Угу. Л-а. Ла. Пи-ла. Правильно. Пила. П. И. Пи. Л. И. Ли. Т. Т. Плико. Ой, Антошка, сочинитель. Да, я сочинитель. Так. П. Сразу мне слоги говори. Пи. Пи. Угу. Так, пи. Пи. Ли. Угу. Т. Пли. Нет, пи. Ли. Т. Что получается? Пилит. Правильно. Пи. Еще раз читай. Пилит. Правильно. Да, Фоня. Я Фонька пришел к нам, сынок, а расскажи. А я с ним не дружу. Да, это мы уже поняли. А я буду... Не, я с мамой дружу, я с мамой. Так, дружище мой. А, опа. Оп. Все дружим, да? Я с мамой дружу. Идем, сейчас папа нам котел растопит, чтобы было теплышко нам. Плот. Ну вот когда папа растопит, плот. Мы поужинали, я сейчас заложила стирку. Одну хочу на улице вывесить, но не знаю, насколько получится, или под навесом, в общем, сейчас решу, и мою раковину. У нас тут и шоколад, и вообще и рабочая, в общем, грязная-грязная. Вот этой вот штукой от Faberlic, которую я просто обожаю, средство для ванных комнат, специально к нему покупаю распылитель, ну, в общем-то, я его один раз, получается, купила, этот распылитель, и все, и перекручиваю его на разные флаконы. Очень хорошее средство, если у вас есть возможность, попробуйте. Вот этот код, можно его по коду найти, 11220. В общем, супер средство. И цена, когда вот он там бывает за 139 рублей, я уж точно, правда, не помню, это по цене консультанта или по цене каталога. Ну вот, в общем, за 139 рублей. Вот, отходит все. Я просто беру вот эту тряпку без перчаток, без ничего. Все нормально. Руками после этого средства разбрызгала его, вот так вот растираю, и в общем-то буквально через несколько минут все отходит, и я счастлива, и все счастливы. В общем, люблю я Faberlic именно за средства для Faberlic. Одежда у них, ну, достаточно дорогая, если только не смотреть на прошлые коллекции, но вот дом Faberlic, средства мне очень нравятся. Так что прекрасные. Все, сейчас все помою. И будет все блестеть. Сейчас только выключить надо. Все, раковина блестит. Я молодец. Faberlic молодец. Я счастлива. Ту-дум. А Фоня мне нарисовал танк. С каской. С каской? Нет, с каской. Краской? Да. Ты мне раскрасил? Да. И получился танк. А да, что это сверху? Я вот... А, ты как будто из баллончика. А вот это что такое сверху? Сверху это такие шарики. Шарики? Да. Ну, это красота тебе. Же. Красота. На холодильничек повесите? Так, я убираю в детской.
повытирала пыль, но меня, конечно, бесят наши люстры. До сих пор даже Новый год у нас. Вот. Жду до завтра, буду завтра Сержаню уговаривать. Что он сказал? Выключить свет надо, да, чтобы их помыть, блин? Такие не, люстры. Не, можешь дать мне мокрую тряпку, я сейчас полезу. Ты хочешь бенгальские огни увидеть? Только они могут не с тех частей уронов светиться. Так что вот, в детской, в принципе, чисто. Особенно мне нравится вот это пятно. Это хай-тек. Хай-тек? Да, но мы ждем, когда наши дети подрастут уж совершенно, чтобы их переклеить, эти обои. Так, еще понаходила кучу солдатиков, вернее, футболистов. Теперь сижу, не нужно... Потому что зима пришла, нужно чинить футбол. И мячик нашла сейчас везде. Все здесь поотодвигала, повытирала. Вот. Так что зимняя футбольная команда, нужно ее приготовить для зимнего футбола. Все, Антохе тут, мне так нравится Антошка, он сразу приходит и сразу вешает свои вещи на стул. Я просто в шоке. Мы его этому не учили, не знаю, он сам так делает. Вот, сейчас еще вот это вот игрушки уберу в наш шкаф и столик поставлю. Нашла еще диск вот этот «Здоровье», а Фоня даже успел уже с него упасть. Детям тут разрешили немного перед сном в компьютер и в телефон. А этот молодой человек смотрит, что он смотрит? Как мне один годик. Как тебе один годик? А ты вечер включай подальше. Помочь тебе? Да. Как Фоня видел? Угу. Антоха любит играть в футбол. Даже на телефоне, да? Да, тоже. Это Афоне было 2 годика, да? Тетя Оля его подняла. Ага. Что тебе кричали, Афонь? Лободена! С днем рождения, мой хороший! Я люблю маме! Да! Тебе было сколько там? 2? А сейчас тебе сколько? 4. 0. Да. С днем рождения, Афоне 2 года. А я на гитаре. Да, ты любил играть на гитаре. Гля, сколько тебе папа сладостей привез, да? Да. Мам, я тоже такой день рождения хочу. Какое? Столько сладостей. А тебе не привозим? Нет. Папа не так много привозит. Так, если вашему мужу скучно, причем очень, то нужно сделать маску для лица, чтобы повеселить его. Сейчас буду делать вот такую вот, какую-то альгинатная увлажняющая маска. Ее нужно развести водой и нанести на лицо. Я, как понимаю, снять ее потом как пленку, да? Когда маска подсохнет. В общем, сейчас будем пробовать. Вот эта маска, я сюда высыпала. Написано, что нужно добавить 50 миллилитров, то есть, соответственно, 50 грамм воды. Сейчас, я тут все взвешиваю. Пойди посмотри, котел там, дрова есть? Так, еще одна капелька. Все. 50 грамм воды, даже 51. Все размешиваем и ждем. Пока нужно ждать, я пойду умоюсь и очищу все лицо и буду все это наносить. Да. Что значит лох — это судьба? Пока я умылась, реально прошла, я не знаю сколько там, 3 секунды. Блин, маска уже застыла. Я добавила воды, думала перемешать, но все, она уже превратилась, то есть она уже застыла, так что я, короче, осталась без маски. Выкидываем ее, моем все. Я еще нашла кисточку, даже думаю, вот сейчас я буду красавица, но нифига, буду такая же, как и есть. Вот такая вот. Не удалось повеселить мужа. Ну, хотя бы вот этой повязочкой, если только.